Добро пожаловать в Орден. Не то, что ожидал. В этом весь смысл. Демоны среди нас, Данте. Они порабощают человечество. Мир спит, беспомощный и с промытыми мозгами. Мы сопротивляемся. Мы — маленькая группа борцов за свободу. Мы — последняя и единственная линия обороны. Обороны? У вас нет шанса. Мы не пускаем ничего на самотек. Мы собрали обширные знания о демонах и их приспешниках. Политики, банкиры, поп-звезды. Мы можем ударить в их самые слабые места. Невероятно. Данте, это в самом деле ты? Ты меня не помнишь? Нет. Что ты помнишь из своего детства? Немного. В 7 лет я болел менингитом, и это стерло мою память. А что? А мне сказали, что я попал в автокатастрофу и заработал амнезию. Тоже? В 7 лет. К чему клонишь? Менингит — людская болезнь. А ты не человек, Данте. Все войны выигрываются обманом, и тебя тоже обманули. Твое прошлое скрыли от тебя не просто так. Напомни, кто ты вообще такой? Меня зовут Вергилий. Я основал Орден, чтобы найти способ борьбы с демонами. В смысле, помимо мечей и пуль? Таким оружием можно выиграть битву, но не войну. Мы используем силу, да, но также мы используем интеллект, политику, пропаганду. И ты веришь, этим можно нанести удар? Нанести удар? Если мы будем работать вместе, то мы сможем одолеть их. Так вот оно что. Я вам нужен для борьбы с демонами и спасения мира. А на что еще ты планировал потратить свою жизнь? Ну, вы вроде ребят неплохие, но я одиночка. Проблема с доверием, поэтому работаю один. Данте, ты не понимаешь, что стоит на кону... Если хочешь уйти, просто повернись ко мне спиной. Но ты сделаешь большую ошибку. Не только для себя, но и для всего человечества. Человечество? Да. С чего ты взял, что мне не похуй? Хотя бы дай мне шанс показать тебе. Показать мне что? Кто ты на самом деле? Это был твой дом. Я не помню. Вспомнишь. Кэт, открывай проход. Что ты делаешь? Наш мир и Лимбо очень тесно расположены. Там, где они сталкиваются, образуются так называемые разломы. Именно в разломах мы можем создавать переходы внутрь и из Лимбо. Пахнет не очень. Что в баллончике? Смесь, которую я создала на основе старого веканского рецепта. Морская соль, акулий жир, железная стружка, засохшая сперма белки, волчья шерсть. Звучит круто. Иди. Этот дом полон тайн. Я нашел свои. Теперь твой черед. Как мне вернуться? Мы позаботимся об этом. Просто будь осторожен, там будет непросто. Люблю трудности. Это и вправду сработает. Ему, похоже, все равно. Он неопытен. Ты тоже была такой, когда я нашел тебя.
Итак, всем привет, друзья! Вы на канале Silent Sky, где мы с вами продолжаем игрушку под названием Devil May Cry. Проходим ее, изучаем. И у нас сейчас, как сказать, воспоминания. Как раз таки я увидела в самом начале, когда игра загружалась, что здесь типа можно найти два ключа и некие потайные комнаты. По-моему, три их, что ли. Вот. Соответственно, это все можно искать, открывать. Не знаю, будем ли мы чисто на прохождение играть, или все-таки искать эти потайные комнаты и так далее. Ну, посмотрим, как пойдет, как получится. А пока поехали, посмотрим, что же здесь нас ждет. Значит, это мой дом. Но... покажи мне свои тайны. Отлично. Мой дом, покажи мне тайны. Пока я только каких-то слизней убиваю. Радостное, шуршащее. Кстати, я хотела же посмотреть, как... как пить лекарства. О, ключик. Найден новый предмет. Медный ключ. Позволяет что-то открыть. Какую-то дверку. Только где эта дверка? Пока что не ясно. Так, хорошо. Здесь мы все изучили, получается. В принципе, можно идти на выход, да? Так, а с этой стороны мы были? Здесь же вот еще что-то какое-то проходим. А, здесь, по сути дела, ничего нет. Значит, нам только вниз. Стоп, еще здесь, да? А здесь тоже ничего нет, в принципе. Окей. И у нас получается вот сюнды. Что, мы вниз сваливаемся? Все ниже и ниже. Еще что-то? А, нет, здесь ничего нет. Непонятно, короче, что здесь, но здесь тоже по факту ничего нет. Как-то она залипает или что? Мышка. Или нам вот сюда куда-то надо? Нет? Да нет, вроде не допрыгивает. Хотя вроде туда, по идее. Еще что-то пикает. Блин, его знает, но я до туда не допрыгиваю по факту. Скатываюсь и все. Окей, не сюда, наверное. Я же не могу так, типа, прыгать и... Хотя, с другой стороны, куда тогда, если не туда? Здесь, по-моему, больше ничего и нет. Так же. Алло, куда идти? У нас есть два улучшения, кстати. Только способности у нас больше никаких не открыто. Рубака второй уровень сделаем.
А, во! Вот здесь вот. Подожди, а здесь что? А, мы внизу, по-моему, были, да, здесь? Какая-то синяя штука. Вот что такое? Вот почему мышь не поворачивается? Хрен его знает. Я помню это место. А ты кто такой? Спарда? Сын Спарда. Мой отец? Опа, вот это друзья наши, да? Подоспели. Приветик. Ну ты что тут? Вас еще больше? Получай! Блин, еще какая-то хрень лезет. Со щитом рыцарь смерти. Окей, давай, подходи. Подходи, как тебя уничтожать? А ты крутой. Подожди, как его убрать-то? Алло, он так меня побьет просто. А, просто щит ему выбивать? Вот, а я кого-то там пыталась понять что-то, как-то его там типа перепрыгнуть. Ты пытаешься мне показать? Здесь еще кто-то что-то пикает. Часы, камин. Ой-ой-ой. Черт, да! Что такое? Разблокирован новое оружие. Арбитр. Демонический топор с медленными, но мощными ударами. Правосудие, дрожь. Воздушный прилив, падение. Теперь не такой крутой. А, подожди, так вот мне дали ему все, типа? Получай! Мракобесие! Кто это?
ржать. Так, маленько не поняла про этот... А, я на Е должна им драться, получается, всегда. Ё-моё. Что, он не попадает, типа? Что-то пикает и бесит, что это пикает где-то рядом. Так, вниз нам нельзя падать же, да? А, подожди, нет, я вниз и падаю. У того я не спасла, короче, чела. А как назад вернуться, я уже хрен знает. Почему я не попадаю, алё? По одному попало, по второму отлично. Не знаю, может быть, это и вообще не надо делать по факту. Оно же ничего не дает. Вы здесь что делаете, мракобесы? Ну, ладно, дуем дальше. Опять вниз, что ли? А, так мы пришли, мы здесь были. Ой, ёпта мать, вот это напугали вы. Говножопы. Алло! Он там. Да разбей ты свой щит! Куда-то перепрыгнул. Умри! Давай! А, кстати, мы опять-таки не пробуем. Данте? Я правильно расслышал? Правильно. Я тоже это услышала. Пойдем нам сюда. А, с помощью арбитра. Вот так вот. Отлично. А это что такое? Нет, не дается. Ребята сюда побежали. Бою ж маковку. Получай! На! Да ж стоп, тебя разодрало! Блин. Я, конечно, медленная, типа, они меня вдвоем тут хлопащут. Иди сюда! На, скотина! Чтоб тебя разорвало! Получай! Это я. Я помню это. Что еще ты планировал потратить свою жизнь?
Где это я? Где это я? Блин, нас куда-то это вообще сон? Занесло еще дальше. Мы в доме-то не все разобрали. Разблокирована новая способность. Адская тяга. Выбрасывая хлыст, вы можете захватывать врагов или предметы и притягивать их к Данте. Только много нам уже все разблокировали. О да! Фига себе. Ты сильно крут, парень. Я думаю, ты это знаешь. Ой, блин! Сама же вылетела. Шагнув не очень удачно. Вообще, прыжки это прямо вот самое ненавистное, что может быть. Нифига себе! Просто огромную платформу подтягивает. Сюда. Фига себе. Сколько в тебе силы, Данте? Ой-е. Ненавистные. Иди сюда. Что маленько подвисло, что ли, мне показалось. Умри! Бесполезный кусок. Какой-то летающий. Ужаснейшей жабы какой-то с посой смешанной, что ли. Что сейчас? Данте, не думаю, что ты понимаешь, что стоит на... Блин, чувак, ладно, ты просто провалился. Что еще ты хочешь показать? Хрен знает куда. Привет. Слушай, а вот это мы открыть не можем. А нет, у нас есть ключик. Один же у нас был. Зайдем. Убейте всех врагов за отведенное время. Чтобы нажать, нажмите. А сколько надо убить и кого? Алло! Половину поднимем вверх, чтобы не мешало нам разваливать. Ах ты, тварь! Победа! И? Опа! Нам что-то дадут? Найден новый предмет, фрагмент креста здоровья. Соберите 4 фрагмента креста здоровья, чтобы собрать целый крест.
Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, не настолько уж и крутые эти двери под ключами. Ну, тут как бы некая проходит игра, где ты можешь заработать какие-то плюшечки. Я так полагаю. Тихо, твою медь. Что происходит? Алло. Алло. Давайте идем дальше. Порошечно. Спарда! Они здесь. Они здесь, они нашли нас. Что здесь произошло? Нам нужно уходить. Сейчас же. Скорее. Давай, быстрее. Батас со щитом. Ну не было. Чали так говно примечали. Ау! Не то! Умови! Мелкая пакость. Они нашли нас. Так знакомый кто же его голос. Знает? Знакомый голос. Ага, куда нам? Сюда? С меня такой паркурщик, как бы, ну, не очень. Бежим. Так, подожди, можно что-то сделаться. Как минимум, у меня есть одно улучшение. Опа. Уклонение в облике демона. Удар ногой. Вот, это нам отлично подойдет, я думаю. Хотя уклонение в облике демона, наверное, тоже надо было, да, как-то? Здесь, получается, закрыто постоянно. Ладно, идем. Еще одна картина. Но это мать, это... я так понимаю. Мама? Я люблю тебя, Данте. Ёбаные демоны. Да не говори, блин, не дают... Посмотреть вообще, что происходит. Что там? Совет для продвинутых игроков. Подавитель блоков. Адская тяга полезна для раскрытия уязвимых мест, способных к блокированию врагов. Да, я уже поняла, и без тебя. Я уже этим пользовалась. Эй, ну что ты делаешь-то? Умри! Жалкое создание. Мскопакостное. Говножопы. Ему еще какую-то плюшку дадут, что ли? Твою мать, адская коса. Кил их всех. Новое оружие, Азирис. Ангельская коса, которая будет чрезвычайно полезна против больших толп врагов. Пропеллер, грабли. Так, удерживайте крил. Ой, красота-то какая! Все лучше и лучше! Спейс. Красе. Yeah.
Умри! Бля, вот это, конечно, разнос. Давно хотела что-то такое вот поиграть и сразу вспомнила про эту игрулечку. Да нервишки подшаливают, как говорится. Дабл кил. Хочешь отдохнуть, развлечься? Пожалуйста. На раз-два выводит из состояния. Иди за ней! Вон туда! Запри все двери! Ну же! Бегу! Опа! Отстань от меня! Отстань от меня! Да не говори, чё примотались тоже? Чё надо вам, а? Дайте жить спокойно. Сильно много кнопок. Все надо еще вспомнить. QF, чтобы разрубить синие стебли с помощью Азириса. Круто. Себе. Круто, да, согласна. У нас же там, по-моему, еще где-то были. Блин, он говножоп тут сидит. Как к нему попасть? Вон он орёт. Ну, он туда не достает. Ладно. Так, секунду. Секундочку. Привет, мелкие. Заразники. Что, здесь нет никакой картины? Чтобы нам еще поживиться. Синяя роза. Хотя бы дай мне шанс показать тебе. Блин, короче, мы здесь надолго в этих воспоминаниях. Что там опять? Ангельский крюк. Выбрасывая хлыст, вы можете захватывать врагов или предметы притягивать к Данте к ним. Ничего не понимал. У нас же было что-то такого подобное. А это маленько другое. А, вот он типа летает. Да он летает. Понятно. Он, короче, летит. Типа крюк. Понятно. Крюк. Чтоб дальше проходить. Столько здесь, конечно, примочек. В смысле? Почему ты начал стрелять-то? Алло! Круто? Да, конечно, круто. Я тоже как бы согласна. Всем бы такое круто бы не помешало. Зеленая сфера. Мгновенно восстанавливает часть здоровья. Так, я так, кстати, не помню, как ею пользоваться. Ну
Умри, мелкая. Ты здесь? Ууу, я теперь же улечу. Нет? Взорвись сама. Мелкая широкомонька. Так, иди сюда, получай. По мордасям. Хорошо, куда нам? Что получилось? Да прыгай ты! Да что ж ты не прыгаешь-то, алло? Ну неужели? Ну зато здесь свалились. Как я не люблю эти прыжки! Прыгунки! Давай, разноси. Получается, мы сейчас еще одну часть освободили. Что вроде как прикован. Что я выпустил на волю? Ты продолжаешь выпускать так-то? Откуда ты знаешь мое имя? Стоит ли вообще это делать, Данте? Да ёшки-матрёшки. Так, совет для продвинутых игроков. Парирование винтом. Атака пропеллеров. Отлично я сделал. Короче, хрен с ним. Парирование у меня такое себе. Ну давай. Кидай, тварюга. А почему? Подожди секунду. Умри, тварь. Ёпа мать. Бракобесы эти бесят. Куда мы идем? Алло. Я помню. Я помню свою мать. Ее звали Ева. Она дала мне это. И еще у меня был брат. Мы были семьей. Я не знал, в какой опасности мы были. Демоны нашли нас. Когда они вломились, я увидел его. Она отдала свою жизнь, чтобы мы могли сбежать. Я никогда не забуду, что он сделал с ней. Наш отец, Спарда, увез нас с братом оттуда. Он разделил нас, скрыл среди людей, стер нашу память, чтобы защитить нас.
поэтому я почти ничего не помнил до этого дня. Вот так вот. Ну, хоть это, хоть, как говорится, все вспомнил. По сути дела, нам это все ж помогло, получается. Мелкие, а? Паучки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Кнопки вспомни. Одна притягивает, другая утягивает. Третья еще что-то делает. Я сваливаю. Конечно, пора сваливать. В смысле, там было написано стоп, по-моему? Ну. Ой! Ёшки-матрёшки. Поторопилась, конечно, побежав. Вперед! Ты мой брат. Брат-близнец. И я давно тебя искал. Наша мать дала это нам. Думаю, она знала, что этот момент настанет, что мы найдем друг друга. А наш отец? Спарда? Изгнан навеки. Говорят, эта судьба хуже смерти. Он никогда не вернется. Я хочу знать больше. Откуда мы появились? Что с нами произошло? И кроме того, я хочу знать, кто во всем виноват. Ну, друзья, я думаю, на этом мы закончим. Посмотрели мы, значит, очередную серию. Вспомнили о семье. Узнали, что у нас есть брат. Поняли, кто он. В общем, было очень много интересного. Поэтому продолжим в следующий раз. Ну, а вы были на канале Silent Sky. Обязательно подписывайтесь, просматривайте, нажимайте колокольчики. Лайки, пишите комменты. Вам, думаю, это ничего не стоит, а нам очень приятно. Всем спасибо, всем пока-пока.